малыш? Там еще розовый есть. Да? Да. Вот выходим на дорогу. Я это все делал пру. Идем. Выходим из леса. И едем как-нибудь дальше до тайника. Кажется, мы накатались на месяц вперед, наверное. Я так устала. Короче, мы позвонили Сашке, чтобы он нас забрал. И он говорит, ждать хотя бы 20 минут или полчаса. Но вот 10 минут прошло. Сидим, ждем. Лерка никуда не хочет ехать. Она говорит, ну хорошо, что здесь песочница есть и это. И качельки. И качельки есть, да. И лавочка есть, и посидеть и есть где. Ну, только единственное, что мой косяк, я не взяла еды. Если, блин, я не думала, что будем так долго. Правда, я думала, что мы сейчас быстренько туда и сюда, и все. Так бы я с собой еды взяла и вообще не парилась бы. И мы бы сейчас спокойно поели и поехали бы обратно. Ну, блин, что-то мамка косякнула в этот раз. Мы, короче, в кустах нашли какие-то шлепки, пока мы здесь на качельках. Нашли какие-то шлепки. Короче, мы сейчас поедем на встречу к папе. Он здесь сейчас подъедет, и мы здесь выйдем и домой, потому что я, блин, устала и хочу есть. О, классно. Мы, короче, едем обратно уже. Дорогу делают. Людей нет. Машин нет. Мы такие одни по дороге. О! Собачки. Собачки. Да, мы им не... Мы им не понравились. Фу, блин, думал, не доберусь. В горку тяжело. Пришлось помогать. Короче, это пензенский комбинат молочный. Молком. Но здесь вот эти забавные коровы. Мы решили сфоткаться. Фу, сейчас мы сфоткаемся и тогда поедем дальше. Забавные такие коровы. Пофоткались. Все. Фу, нам уже прям чуть-чуть осталось там до Сашки доехать. И он нас отвезет домой на машине. А то я, блин, устала вообще. Короче, папа нас забрал, а мы уже дома. Ну, Лерка не капризничала, она просто вот был сильный ветер, хорошо ветер как бы не холодный, и там песок, грязь, все в лицо, и поэтому мы постоянно останавливались, глаза промывали, там был момент, где был сильный песок, нас заносил, мы не раз упали, и где песок, там пришлось помогать смокату, то есть, потому что мы могли нас просто занести и все. Вот сколько раз я себе говорю о том, что не нужно верить навигатору, не нужно, проще посмотреть заранее маршрут и уже по этому маршруту ехать. Но я не готовилась, мы просто пошли за покупками, съездили, приехали обратно, восстановили там один тайник, там капсулы не было, куда-то он делся. Вот. И потом после этого я просто как-то вот спонтанно решила, забила координаты и поехала. Как вот меня повел навигатор, так я и... Вот больше я так делать не буду. Вот лучше я там продумаю маршрут, что нам делать, как. В следующий раз буду брать с собой еду, потому что в этот раз я почему-то не думала, что будет так долго. Тайник мне понравился. Я его запомню, это точно.